Владимир Владимирович Маяковский. В этом году ему было бы 80 лет. Его книги переведены на 70 языков мира, расходятся миллионными тиражами. В Москве в связи с 80-летием со дня рождения великого поэта современности состоялся юбилейный вечер, который открыл герой социалистического труда, поэт Николай Тихонов. На вечере присутствовали товарищи Мазуров, Пельше, Демичев, Соломенцев. Слово о Маяковском произнес секретарь правления Союза писателей СССР, поэт Сергей Наровчатов. Маяковский и сегодня, как живой, с живыми говорит. Землю, которую завоевал, и полуживую выненчил, где с пулей встань, с винтовкой ложись, где каплей льешься с массами, с такою землею пойдешь на жизнь, на труд, на праздник и на смерть. И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою.